Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». IKEA летом откроет в столице второй магазин городского формата. Как сообщили в пресс-службе компании, магазин, площадь которого составит 7,9 тысячи квадратных метров, появится в ТРЦ «Мозаика» летом 2020 года. На данный момент представителями торгового центра и розничной сети уже подписано соглашение об аренде. Покупатели смогут приобрести и забрать небольшую мебель и представленные аксессуары, а также можно воспользоваться услугой доставки, чтобы не забирать крупную мебель самостоятельно на складе. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!